будемо зустрічатися. За декілька секунд будемо зустрічатися з нашими гостями, які заснували власну що? Сімейну кондитерську. Будемо прикрашати кекси його і знайомитися із цікавою родиною в рубриці «Сімейна справа». А зараз продовжимо програму «Новий день». Отже, вітаємо вас в новій годині. Це програма «Новий день». Галина Щерба вже готова до кондитерської. Готова, Готова, звісно. До кондитерської. І я готовий, і Кіця готова, і наші шановні оператори. Всі готові зустрічати. Вже з нетерпінням чекаємо. Нові тістечка, так. Так, ми з вами у програмі «Новий день». Щодня, кожного ранку з 8 до 10 години 30 хвилин. Це букет інформації, музики, різноманітної гостей. І зараз рубрика «Сімейна справа». Її головне завдання – робити людей щасливішими, даючи можливість насолодитися смачненьким. А отже, наше знайомство буде не тільки цікавим, але й солодким. Про початок власної справи, поєднання її з материнством, натхненням, інтересом та сім'єю. Історія засновників сімейної кондитерської Олександри та Анатолія Годун. Все почалося з бабусиного медовика. Через 3,5 роки спільного шлюбу Олександри та Анатолія настало солодке життя в буквальному сенсі. Наприкінці минулого літа Олександра випадково повторила рецепт медового торта, який пекла бабуся чоловіка. Я вообще всегда любила готовить. Вот, и как ни странно, мой муж меня на это вдохновлял. Даже до нашей свадьбы мы еще были друзьями просто. И мне вот хотелось что-то, что похвалили, вот он хвалил, и это хотелось готовить. Вот, и когда мы уже вот поженились, вот уже 3,5 года где-то уже мы были супругами, и я вот ему спросила, что тебе на день рождения испечь. Вот, и он мне говорит, ой, испеки медовый торт. Я так обалдела, потому что это такой, ну, простой торт. Как бы мне хотелось для него что-то вообще такое сложное, что какой-то рецепт, что-то вот, ну, всю любовь показать, что я вот такое для тебя делала. А тут медовик. Спекла, и вот подаю ему, как бы, жду же его реакции, потому что, ну, узнала, что он это будет оценивать теперь так, сквозь призму бабушкиных изготовлений всяких, вот. И мне удалось, вот каким-то чудом, я не знаю как, вот, но он прямо закрыл глаза и говорит, боже, реально, это оно. Саша поділилася солодкою радістю в соцмережі, і тут стали надходити замовлення. Вже в перший місяць більше 10 тортиків народилося на їх кухні. Я любила фотографировать, как бы постить, это просто делиться. То есть я не ставила цель рекламы вообще никакой. Вот. И друзья они увидели, попросили мне им спечь этот торт. И когда только шел на работу, шел по центральному рынку, он встретил еще одних знакомых своих. Они такие, о, Толян, что ты несешь? Он говорит, да торт несу, жена спекла. Он мне покажет, что это за торт. Он говорит, ну да, Вик. О, она может и нам спечь. У нас через 2 дня, говорит, у сына день рождения, или кого я не помню. Там. Только вот нам еще сюда, если можно, грецкий орех добавьте, мы любим. Я такой, ну хорошо. И так вот он мне за день, у меня как он словил еще один заказ. И вообще, и понеслась. Коли Олександра розпочала свою солодку справу, її сину Леву було всього 5 років. Друзі весь час дивувалися. Саша, як ти все встигаєш? Ну, я така спритна. Мне как бы, слава богу, я в маму в этом плане, что я все успеваю. Вот. Бывают, конечно, моменты, когда все-таки маленький ребенок, это я сама не понимаю, честно говоря, как это все получилось с таким маленьким ребенком, потому что, наверное, нужно либо чем-то жертвовать, но я никогда не поставила бы что-то выше ребенка, потому что это, он наш долгожданный, мы его планировали, мы его ждали, мы его любим, и мне ничто не надо, чтобы вот перебивалось как бы отношение с ним. Вот. Но здесь это в удовольствие, то есть как бы любая свободная минутка, я подстраиваюсь под его режим, когда он же сможет лечь спать по-разному, там, уснуть по-разному, есть по-разному, то есть все как бы, бывает период режима хорошо, а бывает совсем диз режим, вот, поэтому подстраиваюсь под него, стараюсь как бы вот во время его сна. Маленький Лев полюбляє посидіти та поспілкуватися з мамою. Найчастіше Олександра бере його на кухню, дає мисочки, формочки, з якими він грається. Буває, мамин помічник і ложкою щось збиває та дегустує мамині творіння. Ой,
Вкусно? Горячий такой, да? Для Саші величезну роль грає підтримка чоловіка. Мой муж для меня мой большой друг, потому что наши отношения строились дружбой. Мы вообще были в разных интересах друг к другу. И вот наши отношения, у нас фундамент крепкий, то есть надежный, дружный. Мы как бы не подводим, стараемся друг друга, входим в положение. Вот как бы в семейной жизни вообще это очень классный фундамент. Вот, и что касательно вообще, вот он, ну, он меня очень поддерживает, вдохновляет, потому что раньше я мало верила в себя. Вот благодаря как бы вот этой его поддержке, естественно, и моей семье тоже, маме это вообще, конечно же. Вот, но муж это что-то отдельное вообще, потому что благодаря ему действительно появляются крылья, ты в себя веришь, и он трезво оценивает, он мне может сказать действительно, что не так получилось, что было бы лучше, что... То есть вообще вот очень поддерживает. Під час нашого інтерв'ю Олександра не тільки цікаво розповідала, а й готувала смачні капкейки та поділилася маленькими таємницями приготування. Американський рецепт. Это, ну, кекс просто, він печеться большим, там отель прямоугольним, или такой дыркой в середине. Вот это большой кекс. А капкейк – это маленький, ну, вот там вот есть, если на английском прочитать капкейк, кап – это чашка. То есть, как бы, маленький тортик размером в форме чашечки. Вот, еще их называют типа кексики, тортики фей, потому что они маленькие, как бы для фей. Вот, поэтому это как бы вот его родное, настоящее законное название. И у них есть особенность, ну вот как их выпекать. Есть секрет, то есть обычно мы разогреваем духовку, например, когда выпечку, готовим духовку, чтобы поставить выпечку. А капкейки и маффины, их нужно ставить в холодную духовку. Поки наша знімальна група чекала на смачний десерт, Саша розповіла мені, що закінчила учбовий заклад по класу гітари. Коли почала займатися кондитерськими виробами, з головою поринула в цю справу. Стала порівнювати себе з іншими майстрами, які теж цим займаються. Конкуренція не налякала. В кондитерському світі я теж зрозуміла, що це теж таке ж мистецтво. Тому що, як би, от... Когда ты смотришь на какие-то работы, чуть ли не скульптурные вообще, а это, ну, это торт, то есть что вообще возможно сделать человеку, ну, это все искусство. Вот. И вкус, и чтобы человеку понравилось, чтобы он захотел еще раз это попробовать, это тоже дорогого стоит. Всі замовлення Олександра ділить на три види. Перші – коли замовляють за картинкою з деякими змінами, другі – коли клієнти повністю довіряють, та третій – коли людина просить втілити свою фантастичну ідею. Ну вот недавно, например, у меня заказали футбольный мяч торт. Вот. Мне вообще очень большое удовольствие доставило работать с этим. Потому что, ну, это все необычно. Это форма. Причем, как бы, да, у тебя нет прям, да, вот идеально ровной форме. Ты работаешь руками, все выравниваешь, все смотришь. Вот, мне очень понравилось с этим работать. И он получился такой вот мой муж-футболист. И вот у нас такие мальчики нашей семьи, они конкретные футболисты, они оценили. Они сказали, вау, прям на настоящий мяч похож. Вот эти пятиугольнички, шестиугольнички черно-белые. Вот, мне очень понравилось. Ну, такая необычная достаточно работа. Назва сімейного бренду говорить сама за себе. Як кажуть, все геніальне просто. У цієї чудової родини є мрія надалі відкрити кафе. Мечти, вони є, і ми дуже, ну, ми віримо, що вони виконаються, тому що ми, як би, максимум усилля к этому прикладаємо. Хочемо, звісно, в майбутньому, щоб відкрити своє заведення, свою, прямо от, ну, як би, формат будем уже ближе туда знать какой, вот, но как бы в среднем, чтобы это была отличная кофейня с очень вкусным, качественным кофе, чтобы ты зашел туда, и ты, как бы, вообще вот встречал запах кофе, была очень вкусная выпечка, вот, хорошими друзьями, чтобы мы были для наших посетителей, вот я думаю, хорошо бы с этого начать, вот, а дальше будем расширяться, будем, ну, мечты большие у нас. Анатолій та Олександр хочуть, щоб їх сімейну справу продовжили діти, якщо на це буде воля Божа.
Отже, Галя, я бачу, що ти вже налаштована до кексиків, до тістечок, так? Чесно кажучи, я налаштована на розмову. Мені хочеться познайомитися з нашими гостями. Отже, давайте тоді розмовлятися і розмовляти. Вітаємо вас в нашій студії. До нас сьогодні завітали Олександра та Анатолій Годун, які заснували нашу таку гарну сімейну кондитерську, так? Дивіться, як Киця наша просто застигла в здивуванні. Вона дуже хоче познайомитися з вами, але в неї немає імені. Всі, хто до нас приходить, їй придумає ім'я. У вас є. Так, є така, трішки часу, така можливість придумати. А ми потім виберемо, яке найкраще. Так. Добре, це дівчинка. Ми думаємо, що це дівчинка, і люди, до речі, дзвонили поки йшов мультик, вони сказали, що можна Тімонію назвати. Тімонію ще можна назвати. Отже, що буде ваша версія? Може, солодке якесь імічко їй придумати? Може, солодке? Так. Як? Капкейк? Ну, якщо б в неї була блакитна шапочка, то може і капкейк. Давайте якесь кондитерське ім'я, можна? Що у нас? Пряник. А що, дивись, який пряник? Пряник це чоловіче ім'я, пряник. Є що-небудь таке жіноче. Тірамісу не будемо її називати. Я це не вимовлю. Отже, перейдемо до вашої справи. Що ви нам сьогодні таке приготували цікаве? Про що ви бачили сюжет, які ви творчі, які золоті руки у вас, які натхнення, і з яким натхненням ви все створюєте. Навчіть нас трошки, чого ви навчите нас і наших глядачів? Ну, можна російською? Абсолютно. Ну, ми покажемо сьогодні, як украшати капкейк. Вот, чем, как, вот как бы наглядно, и попробуйте потом, вот, ну и расскажем нашу историю, все, что спросите, все расскажем, покажем. Ну давайте, перейдем, доставайте интригу дня. Тарарам. Ага, ух ты. Что это такое, расповедайте нашим глядачам. Это шоколадный, без шапочки, это похоже просто на кекс. Uh-huh. Вот. Когда появляется кремовая шапочка или какое-то украшение, он уже приобретает название капкейк. Uh-huh. То есть почему капкейк? Можно потому что это специальная коробочка для кекса. Да, это специальная коробочка, вот как бы все, он печется в своей отдельной бумажечке, то есть как бы вы, даже если у вас не мытые ручки, то есть вы взяли, и вы кушаете все равно все аккуратненько, чистенько. Ну, это хорошее угощение. Очень классное. Детки любят. Очень дети любят, да. И очень классное пирожное, тот, кто его придумал. А это, кстати, есть две версии. Одна конец 18 века, а вторая аж 19, когда начали в чашечках выпекать порционные кексы. Вот, очень классное, удобное пирожное, потому что... Когда, допустим, свадьба, большое количество гостей, очень интересно, допустим, сделать большой торт для жениха и невесты и вот эти маленькие тортики гостям. То есть каждый, не нужно резать, на тарелочку выкладывать. Каждый, то есть торт может достаться молодоженам в полном объеме, да, а вы, господа гости, получите уменьшенные копии. Каждый получает свой маленький тортик в отдельной упаковочке, отдельно украшен. То есть это очень удобно и красиво. Значит, вот это мы имеем сейчас базовую версию, да, так называемую. Что с ней можно сделать? Скушать. Ну, это понятно. А как ее украсить еще? Ее можно украсить по-разному. То есть есть кремовое украшение, есть мастичное украшение. То есть как бы зависит от сложности, от идеи, от праздника, от темы. То есть это вообще как бы фантазия каждого пекаря, кондитера или домохозяечки. То есть это просто все фантазия. Вы можете продемонстрировать? Кто вас печет, а кто прикрашает? И печи мы прикрашаем и сразу. Ну, в основном я, но когда у нас большой объем работы, даже Толянчик подключается, потому что без него никуда. В магазин хожу. Да, в магазин иногда заканчивается продукты поздно вечером. И подъедаю по-тихому пока, да? Ну, если честно, вы знаете, что когда ты делаешь, то, ну, уже не хочется. Есть ножнички? Ножнички, а то чик-чик не попереджали і мене підготувалися. Але якщо зараз наші асистенти спрацюють, люди добрі, допоможіть нам ножнички. Дайте ножнички якісь. Ага. Зараз працює. Так. А ви розкажіть, що це? Це кондитерський мішок з насадкою. Можна брати будь-який поліетилен. Да, можна взяти удобний, головне, щоб остренька. Остренький краешек был, чтобы удобно было отрезать. Вот не такой, знаете, как кармашка. Або вот. Шприц кондитерский. Кондитерский шприц, то есть любой насадкой. У каждого есть, у меня вот есть свои любимые насадки, с помощью нее можно разные делать узоры потом сверху. Вот. Наши коллеги уже хочуть також взяти участь у створенні цієї кондитерської насолоди і принесли вже і ножнички. Дякуємо, друзі. Відкриваємо.
пакетик, так да. получается? Оп. Там внутри какой-то крем. Да, это крем. Это сливочный крем. А как он стал голубым? Он покрасился. Это какой-то краситель пищевой, наверное, да? Да, это пищевой краситель профессиональный. Угу. То есть я заказываю с Америки. То есть очень так. Мы сейчас пробочку Кайф. Сделаем. Ага. Так. Все обережно, все аккуратно. Теперь так. давайте, наверное, так, чтобы нашим зрителям было видно. Да. Давайте поставьте на місце, вдягніть давайте. Фартушок. Так, ви ж взяли так. фартушок, щоб все було як, давайте, давайте. Як на виробництві. Так, тримай. Ага. Вот я пригодился. Вот так. Ага. Анатолий стал так, еще какая-то насадочка есть. Да, да, конечно. Да, не, желательно использовать все-таки карман. Почему? Потому что как бы с пакетов не всегда плотность. Конечно, да. Он это, может лопнуть. Да, и насадка может вылезти, поэтому... А в кондитерском шприце не всегда достаточно объема до определенного количества. То есть приходится все время пачкать руки. То там, есть берется да. насадка металлическая, вот можно посмотреть. Я спряталась. И кулечек. Ага, у каждой бабушки она есть. Так, я готова. Теперь, наверное, нужно держать этот кто-то держал, чтобы было видно, как сам процесс Дивите. Проходит. О. Желательно, чтобы когда выпекаются либо маффины, либо капкейки, чтобы духовка была выключена, не сразу в разогретую. Почему? Потому что, чтобы не поднималась очень высокая шапочка у теста и не трескалась. Да, для вот того, чтобы когда нужно украшать. Если вы не собираетесь украшать, ставьте, то есть как уже... Так вот. Получится, и, так получится. Да, и еще сырое тесто, когда наполняете формочку, где-то на 3/4, чтобы было куда вырасти. Не полную, иначе будет очень-очень все вылезет из формочки. Да. Вот. Для более плоского кексика есть такая вот у меня насадка классная, и с помощью нее можно сделать такую розочку. Ага. Ух ты. Так. Блакитна троянда, так называется. Да, такой бирюзовый цвет очень красиво на шоколадном смотрится. Вот. Можно, когда берем более высокий такой кексик, можно сделать такой вариант. А можно попробовать? О. Да. О. Мне завжди дуже подобалось. Это классический капкейк. А вот это вот. С кремовой шапочкой. Можно я спробую? Можно, конечно. Нет, спробую забыть. А, забыть. Конечно. Почему я здесь сделала два цвета? Десь у вас был фартушок для меня. Да, дай наш фартушок второй. Еще стыдно, так? Еще у меня пару хвилиночек есть. Я також хочу спробовать. Кексики пекти, то справа, правда? О. Чоловікам їсти, а нам жінкам пекти О. і створювати красу. Так. Якісь секрети прикрашення? Можна дізнатися? Секретів особо немає, головне знайти що свой... треба, як натиснути? Вот ви зажимаєте між большим пальцем указательний мішочок, щоб він розкрутився, і давлення регулюєте вашою ручкою. Так, Василь, тримай кексик. Давай. О. Ну що? Вертикально, подніміть вертикально ручку. Вот, починаєте від центру. Так. И потом по краю, потом по краю. В середину. Так, ой. Так, о, так, о, так, так. Потом по выше, 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 выше. Ой. И так, оп, его приклейте. Вуаля, класс. Молодцы. Ну что, может вышло? Даже да. получилось, да. Ну, вы знаете, творчая людина, она талановита у всех, правда? Бачишь, еще одну профессию только что отрывали. Вот так мы и научились ему. Да. Ну що ж, давайте я вже не пропаду без роботи, правда? Ну, хоча ну. б прикрашати кекси я зможу. Ну. О, можна і украсити тепер. Так, можемо остальні украсити, і потім... Ви мені довірите? Так. Довіру. А який ще можна варіант? Дай тепер я спробую. О, давай, Василю, тепер ти. А ви спробуйте, попробуйте Василь. По центру і ага. обвести. Ага. Василь, або можете отак от вертикально піднімайте. Да, вот, і можете отак от просто давіть, він буде розширятися. Давіть, не бойтесь. Розказуй про свої відчуття. Твори, да, потом выше наверх. Смелее давите. И главное потом натиснуть. И теперь так нажали и хвостик. Опа. Ты же красивый такой. Видите, у нас двухцветный получилась шапочка. Дуже красиво. Я художник. Еще пару оттенков. Я художник, я так бачу. Передаем профессионалам. Так, передаем профессионалам. Эстафета, передаем эстафету, давай. Анатолий, покажи, что на счет. Нет, я первый раз. Первый раз мы сейчас попробуем. Так, давай, вот так вот. Серединочку. Ага. Так. И потом О. по краешку идешь, потом Тоже выше. Два цвета пошло. И опа. Ну. Бачите, какие таланты мы открываем у вашему человеку. Так. Ну, так. последний, давай я закончу. Ага. Ну, давай. Сделаем еще одну розочку. Получился целый оригинальный набор, посмотри, Галя, видишь? У нас и розочки, и елочки, и огонь получился. Все что угодно. Ой, какая красота. И такой завершающий штрих. Можно сделать. Можно облизать пальчик, так? Можно, да.
У нас есть разное драже, разных красивых цветов. Я думала, это бусинки. Это бусинки, но съедобные. Давайте я допоможу відкрити. И можно украсить, посыпать, то есть вообще как ну, это сердечко вообще. Сердечки, особенное. Да. Ой, какая. Бусинки. И они съедобные, да? Да. Возьмите, попробуем. Надо давать с удовольствием. Так. Смотрите, какая краса выходит. Засыпайте себе немножко тогда. На каждый, на сколько каждый... можно сберегать вот такие... Тисточка? Тисточка? Ну, я думаю, що 2-3 дні. Не більше. Але не більше 30 хвилин, і в нас її вже не буде. Дякую. Ну що ж, шановні друзі, сьогодні ми завершуємо нашу програму ось таким творчим, натхненною творчою працею. Так. Разом із нашими гостями Олександрою і Анатолієм, які навчили нас прикрашати кексики. Так. Наступного разу ви навчите нас їх пекти. Добре. Бо сьогодні ми так дуже легко якось... Відпрацювали. Отже, дуже дякуємо за такі гарненькі тістечки. Давайте покажемо це все, як то кажуть, в комплекті. Ось, дивіться, любі наші телеглядачі, яка краса, зараз наш оператор покаже. О, яка краса може бути, якщо то буде творчий підхід. Гарний настрій. О. І талановиті працівники, правда? Так, звичайно. Ну, на вкус они еще, творчі, они творчі еще лучше, люди. На вкус, чем на вид. Это самое главное. То есть, ну, продукт должен быть и вкусный, и красивый обязательно. Да. Отже, дякуємо до вас, що ви, вам, що ви до нас завітали. Натхнення вам творчого. Дякуємо вам, ваші дякуємо справи. За запрошення. Ваше побажання нашим глядачам або секрет, як створити гарне, ось смачне печиво і сімейну справу. Хотим пожелать не бояться ничего, идти к своей мечте, воплощать в жизнь, потому что на самом деле границ, просто границы пусть исчезнут перед вами, и идите к своей мечте, и пусть у вас будет друг, поддержка рядом, и любая мечта должна исполниться и свершиться, потому что нет ничего невозможного. Отже, немає, мабуть, кращого завершення для нашої передачі, ніж ці слова, що ви зараз нам сказали. Отже, всім нашим телеглядачам ми бажаємо любові, дружби, щастя, миру і гарного дня. Так.